Всем привет! Хочу показать еще немножко свои растения. Сегодня у нас 23 июля 2019 год. Кактусы продолжают цвести. Это лето. И летом цветут они более охотно. Интересно, что серединка, она может быть разного оттенка. Нет, просто такая алая, рыжеватая, но и красная. А вот это растение, это дикитостигма капут медуза. Цветет она регулярно. Если вы это растение себе каким-то образом заведете, посеете или приобретете, это растение, когда достигает цветущего состояния, оно цветет, мне кажется, вот практически всегда, уже в этом году два раза цвело. Все лето. Не по одному цветочку, сразу по несколько. Посмотрите, насколько у него красивые лепестки. Лепестки резные. Край шикарный лепестков. Привит он у меня на эхинопсис. Надо сказать, что из аксилы, вот отсюда, сначала появляются цветы. Цветы могут появляться несколько раз из одной и той же аксилы. Может сразу несколько штук появиться. С чем связано, не знаю, сколько вот он заложит себе. На конце вот этого отросточка, этой щупальцы, есть маленькие загнутая колючечка, собственно, как и все и должно быть. После того, как отцветет в этом месте, вот где и растут цветочки, могут появиться детки. Я пробовала прививать, но у меня, к сожалению, не удавались две прививки. Дважды появлялась детка, но не удавалось мне перепривить. Пробовала, кстати, щупальцей прививать, тоже мне не удалось. Как-то не получалось мне соединить вот это радиальное кольцо одного привоя и подвоя, чтобы получить, ну, новое растение. У меня появилась вот такое, оказывается, красота. В сегодняшний день она пытается расцвести. Это красноцветковая шиова. У нее не лепестки, а как тоненькие-тоненькие ниточки. И плюс еще красного цвета. Даже не ожидала. Я думала, что это невозможно. Даже пестик красный. Не знаю, раскроется или нет этот бутончик завтра. Но там еще есть бутоны. И из них очень даже возможно, что раскроется хорошо цветочек. Кроме вот этих дигитостигмы, шиова, у меня цветут еще другие. Опять-таки астрофитумы. У них серединки разные, да? Синилис. Синилис. Мириастигма. И каприкорн минор. У меня и майор, и минор были посеяны, но как-то я сильно не разбираюсь, чем они отличаются. Это минор. Когда солнышко светило, было очень крупный цветочек.
Очень красивенький. Покажу сейчас остальных. Так, здесь цветочек. Этот уже закрылся. Сегодня не открывается. Так, это Labivia tigelliana purpuscilla. Красноватый. Не красноватый он. Малиновый, что ли, розовый. Такой цветочек. Тоже уже закрывается. Оставлю пока в сторонке. Доцветает уже этот красавец. Если ладошку подставить. Видите? Крупный цветочек. Уже, кстати, не пахнет. Скорее всего, их уже опылили. Внутрь туда пестик вошел. Ожидание. Мирио. Это мой помощник котик. Его зовут Яша. Опять сегодня не увидела. Открывался, но опять не видно было мне. Ну вот не успеваю я посмотреть обычно. Вот такой у меня котик. Привезли мы его из Заринска, нашли в подъезде. Очень любит огурцы и кукурузу. Так, ну на этом все. Пока-пока.